Блин, а что она двоет на двух? Вы это манишку не меняете? Ой, это черный, это желтый. Какой я тебе на бедро прыгнул? Все, я опять попал, у меня надо сначала, ладно, отдай мне. Давай, давай. Дать не будешь, Борь, если как бы упавший считаешь, что... Артём, надо? Шаг левее. Нормально. Пол шага проверь, чуть-чуть проверь. Не, мы что-то играли, у нас там. А, ну в футзале я не знаю, как сейчас. Спасибо! Ребят, по Соколе поднимаем, смотрите, игроков. Давай, на себя, план будет. Опа! Thank you.
он играет. Тоже смотрим. За спину бегает правая нога. Один там. Другой. Ребята, отправьте автора. Подайте мяч. Парни, давайте сюда. О! Выдам кстати личку на предзаписи. А вы сели, потому что мы были. Ну все, вот ему, да, и дальше разворачивай, кота. Центр кто-то, бить. Только подними, что не попадет. Ну, левая нога. Зачем так Антох, фамилию тебе запомни, Антох. Фамилию. Так ты глибок тоже вернулся написано, что кто-то играет на пас, кто-то на голы. Право есть. Право есть. Да, если... Ну, пустись кто-нибудь, он здесь надо. Ты просто все ходил, как-то... Горишка! Оп! Горишка! Полоц! Право! Пойдем! Извините, ребят, погодите. Ну, что, ничего. Я скину. Ребят, я урок, извините. Ребят, кто голевую отдал? Кто левый защитник? У тебя два гола было всего, да? Еще другой мяч. А где мяч? Возьми другой мяч. А что все? Ты бросаешься очень сильно. Займи позицию. Не бегай за ними. Вынудить пас, да. Так они тебя будут катать, потом ты упадешь с этим. С инсультом там где-нибудь. Зачем? Если нормально будут играть, ты как сумасшедший, так и будешь бегать. Займи позицию просто.
А то помоги сзади. Так, наш, не наш? Не-не, ребят. Наш. Парни, вот здесь. Здравствуйте, Грачкан! Дома, дома! Хорош. Хорош, Тёма, чё мы? Так, ну что, второй, давай. 5 секунд. Хорош. Лёва, луч! 40 секунд осталось до фильма. Я остановил. Пацаны, сразу же играть! Да, нет. Сразу с ним один. Центр. Сзади тебя, Лё. Хорош. Лично. Блин. Давай играй. Лёва есть. Лёва, всё. Бля, что видно? Тёма. Всё, мужики. Ну что, с первым голом.